Салам алейкум, пацаны! Вы, наверное, скажете Дистори, вау-вау-вау, что за видео? Конечно же, друзья, сегодня же, конечно же, у нас международный день, 8 марта, женский праздник. Конечно же, всех девочек, кто меня смотрит, всех вас, дорогие дамы, с праздником, здоровьем, конечно же, и самое главное, найти в жизни свое место, потому что если вы найдете свое место, вы обязательно будете постоянно в шоколаде. Так что всех-всех-всех с праздником. Ну и мы уже можем сегодня забрать определенные призы, друзья. Подарочки в честь 8 марта уже добавили. В общем, ролик будет максимально интересным. Также нам добавили очень много прикольного. Добавили новое колесо фортуны. В общем, бомбовый видеоролик. Ставьте лайк, подписывайтесь. Давайте быстренько наберем под этим видеороликом 700 лайков. И я вам разыграю очень топовый подарочек в своем телеграм-канале. Ссылочка на мой телеграм в описании по видеороликам. Прямо сейчас обязательно зайдите и подпишитесь, потому что вечером я уже разыграю вам подарочки. Ну и мы приступаем к видео. Давайте сначала начнем мы с подарочек. Конечно, друзья, не забывайте постоянно забирать вот такую вот топовую халяву. Самое главное, не забывайте, ведь тут вы можете получить себе скинчик. Воу, лутбокс получили на МП40. И именно с этого вы можете себе выбить что-то на постоянно. Также, друзья мои, мы уже сможем очень совсем скоро, смотрите, что получить. Получается, мы сможем получить себе уже бесплатно любого женского персонажа на свой вкус. Совершенно любого женского персонажа. То есть, если у вас кого-то нету, вы можете себе приобрести. Также, друзья, мы сможем получить себе скинчик на аук. Тоже это скинчик реально очень топовый. Ну, а остальное, в принципе, уже все по мелочи. А, нет, почему? Вы сможете получить вот такого, друзья, вот такого вот получается. Это у нас получается детектив панда, очень-очень годный, очень прикольный, офигенный. Так, и, конечно же, у нас что? У нас, друзья мои, очень совсем скоро уже будут выходить новые вещи с коллаборацией Assassin, новый Дигл, там новый АВМ, то есть много всего интересного. Тоже обязательно ставьте колокольчик, нажимайте все уведомления, чтобы вы ничего не пропускали. Ведь все самое главное выходит на моем канале. Так, ну что будем делать? Давайте покрутим колесо фортуны, которое у нас уже вышло. Давайте поубираем ненужные мне вещи. Вот эти мы уберем вещи, самые ненужные. И будем крутить. Первая попыточка у нас, друзья мои, бесплатная. Самая первая. В принципе, неплохо. Я скажу так, что с бесплатной попытки очень многие себе выбивают скинчики. Реально, очень многие. И поэтому вы, друзья мои, не исключение. Вы тоже реально в себе можете выбить что-то себе на постоянно. И даже себе какую-нибудь легендарную вещь. То есть получается, у нас получается две легендарных вещи. Этот рюкзак и вот этот наборчик. То есть реально вполне возможно выбить за бесплатно. И сейчас мы выбиваем себе лутбоксик. Понимаю. Но я уверен, что нам выпадет скорее всего с предпоследней. Но да. Сейчас сначала мы повыбиваем самое нужное, и вот уже пошли попыточки за 87 алмазов. Но, в принципе, я уверен, что сейчас за 147, если мне падает вот это, скажем так, этот скинчик, вот лутбокс, если мне падает за 147, то я буду очень сильно разочарован. Ну да, очень сильно разочарован. Но, в принципе, что я и говорил, за 207 алмазов я уверен, что мне сейчас выпадет рюкзак. Ну вот смотрите, друзья мои, вот вы многие говорите, Дистори, как ты это все угадываешь? Друзья, да я знаю, что сейчас, вот давайте сделаем так, смотрите, если сейчас мне выпадает за 207 алмазов, выпадает рюкзак, то вы сейчас максимально ставите лайков максимально. Если мне выпадает сейчас набор за 207, то я разыгрываю трем победителям по 100 алмазов в комментариях. Только напишите свой айдишник, и я рандомно вам подарю. Готовы? Готов. Поехали. Даже так? Ну, друзья, я человек слова, чтобы вы понимали. Я сказал, я сделал. В комментариях пишите свой айдишник. И я рандомно по рандомайзеру выберу трех победителей. И вам задоначу по 100 алмазиков. То есть даже получите больше, если я буду... Ну, я буду донатить через Гарена, через магазин. Так что вы получите даже больше. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо, я считаю, нормально. Забрали за 600 алмазов, забрали мы все, что тут есть.
Нормально, пойдет, в принципе, неплохо. В общем, друзья мои, еще раз, девчонки, хочу вас поздравить всех с наступающим, точнее, с наступившим. Всех я вас люблю, всех обнял, кто меня поддерживает, то, скажем так, кому я нравлюсь, как автор, да, как сам человек. Вот. Спасибо всем, еще раз, всех обнял, всем пока-пока, вы лучше знаете.